Видим еще небольшая группа. Я думаю, что здесь уже больше 200 мотоциклистов. Более 200 мотоциклистов присоединилось к этой колонне. Блин, у меня запись включилась. Как же ребята едут? Или у меня не было записи. Здесь штук 500 мотоциклов и байкеров. Едет. Много. Рев моторов усиливается и увеличивается число участников этого кортежа с олимпийским огнем. Уже не видно, где находится автомобиль, которым переводит олимпийский огонь, но все наше внимание устремляется на байкеров. Неужели еще вот за этим? Я думаю, что впервые за всю историю эстафет олимпийского огня. И еще. Количество байкеров сопровождает олимпийский огонь, что еще раз доказывает, что Олимпиада интересна абсолютно всем. И давайте следить, давайте наблюдать в дальнейшем, как будет эта колонна двигаться, и будем слышать рев моторов байкеров. Ну, машины, конечно, опоздали там, поругались. Да хрен на вас ругаться здесь олимпиадам. Миллионы сейчас смотрят. Десятки, может быть, миллионов. Кто вас знает. Ну, а пока огонь по рёву моторов движется в сторону Красной площади, давайте...